Стефания Станюта, Елена Аладова и Лариса Александровская. История жизни знаменитых минчанок, благодаря которым столица стала современным европейским городом, можно узнать на праздничной автобусной экскурсии. Обзорное путешествие растянется на 2 часа и почти 40 километров по главным проспектам и архитектурным памятникам. Пассажиры услышат о 10 знаменитых минчанках, которые вдохновляли архитекторов и художников. Героинями нашей сегодняшней экскурсии будут не только женщины, а наша Минск-арена. Разве это не минчанка? А наши площади, площадь независимости, вторая по величине в Европе, а площадь, самая красивая площадь города, по мнению многих минчан, это площадь Победы. Разве это не знаменитая минчанка? Это большой проект, который мы развиваем, пытаемся развивать Минск для минчан. Под праздник города мы стартовали в сентябре и делали более такую развернутую общую экскурсию о нашем городе, о его историях. Понятно, что 8 марта – это Минские музы, специальная экскурсия, наш экскурсовод проведет ее. Да, под праздник Победы, наверное, мы нечто подобное сделаем. Туристическая программа «Музы Минска» пока работает в пилотном режиме.